Hot English with Hotspot. We will English you. Знание идиом или фразеологизмов крайне важно в английском языке. Идиомы используются носителями языка гораздо чаще, чем в русском или украинском. Зная идиомы, можно не только понимать англоговорящих людей, но и адекватно изъясняться. Марина Юрьева, ведущий преподаватель Hotspot School of English. Итак, сегодняшняя идиома – «to face the music». Перевести ее можно так – расплачиваться за свои поступки или расхлебывать кашу. История этой идиомы берет свое начало в британской армии. Дело в том, что каждый военный суд сопровождался игрой военного оркестра. Таким образом, обвиняемый должен был встретиться лицом к лицу не только с обвинениями, но и со звуками барабанов. Отсюда и выражение «встретить музыку» или же «to face the music». Еще одна идиома сегодня – «to give someone a cold shoulder». Ее можно перевести так – «оказать холодный прием, отнестись безразлично». «Shoulder» в английском языке означает не только плечо человека, но и лопатку мясной туши. Стоит сказать, что баранья лопатка всегда была популярным английским блюдом. Так вот, желанным гостям англичане подавали горячую, свежую пищу. Если же гость являлся не вовремя или не кстати, ему приходилось довольствоваться холодной лопаткой, то есть cold shoulder. Hot English with Hotspot. We will English you.